Метеорологическая служба Великобритании объявила желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами 128 км в час в воскресенье, 8 декабря. Шторм Атия может вызвать волны высотой 8-9 метров на юго-западной береговой линии, сообщает The Sun. Власти предупреждают о возможных отключениях электроэнергии. Метеорологи сообщили, что уже во вторник по Великобритании ударит настоящая метеорологическая бомба «Ураган», который будет еще сильнее, чем Атия, с порывами ветра более 96 км в час в Англии, 112 км в час в Шотландии и 160 км в час в горных районах Шотландии. Специалисты используют название «метеорологическая бомба» из-за резкого усиления тропического шторма при снижении атмосферного давления. Предполагается, что это будет шторм Брэндон, который станет вторым по силе в Великобритании за три дня. Любые незакрепленные предметы, в том числе рождественские украшения на домах, могут нести потенциальную опасность во время шторма. Прибрежные города были предупреждены о штормовом нагоне и наводнениях на следующей неделе. В море вдали от побережья возможны волны высотой около 12 метров. Агентство по охране окружающей среды заявило, что в понедельник возможно локальное наводнение на восточном и южном побережьях. Вероятен разлив рек и паводок в западных графствах Великобритании. Дорожные условия станут крайне неблагоприятными. К следующим выходным страну накроет волна холодного воздуха, которая движется из Канады. Центральную Англию ожидают снегопады и сильный ветер.